Друзья мои, те, кто не хочет петь мантры и молитвы, я могу показать, как можно делать это втихаря. Обратите внимание, я при вдохе поднимаю медленно руки вверх. Сначала у меня диафрагма опускается, а потом расширяются легкие, и я набираю полные легкие воздуха и крови. Вот такой синей крови при вдохе. И причем при вдохе я дышу только носом. Нос создает сопротивление. А при выдохе губы трубочкой, зубы стиснуты, тоже с сопротивлением выдыхаю. Включаю метроном, вдох, 8 ударов сердца, и выдох, 8 ударов сердца. Точно так же, как и в мантрах и в молитвах. При выдохе щеки надуваются, создавайте сопротивление. А при вдохе они уходят внутрь. А теперь для сравнения я пропою мантру и на вдохе, и на выдохе. Снова не пою. Аж голова закружилась от кайфа. Кровь свежая пришла к мозгу. Это состояние медитации. Так что есть такие люди упрямые, которые не хотят молитву петь. Но я вам хочу сказать, что молитва, во-первых, вы себя можете проконтролировать. Делаете ли вы вдох в течение 8 ударов сердца? Скорее всего, нет. У вас на 5, на 6 уже некуда воздух забирать. А когда вы поете, вы контролируете время вдоха. Подписывайтесь, будем заниматься нашим и вашим здоровьем.